На поле арены Дагестанского государственного аграрного университета стартовал первый сезон любительской футбольной бизнес-лиги. Подробнее в материале Магомеда Баширова. Несмотря на ненастную погоду и дождь, который шел весь день, команды показали неплохую игру и, как следствие, 38 забитых мячей. Всего в турнире принимает участие 16 команд. Первыми на новое поле сельхозарены вышли команды «Наполи» и «Махачкала-Сити». Матч закончился со счетом 3-2 в пользу «Наполи». Защитник команды Абдул Магомед Шапиев вписал свое имя в историю новой лиги, забив первый мяч. Мне, конечно, очень приятно, что с моего гола началась новая история ЛФБЛ. Ну, будем надеяться, что будет очень много красивых голов в последующие туры и так далее. Игру коллективов «Накар» и «Имамат» можно отметить не только крупным счетом, которым матч закончился, но и первым хет-триком в чемпионате. Он удался игроку команды «Имамат» Мухаммад Расулу Пайзулаеву. Он, конечно же, не считает это только своей заслугой и отдает должное своим партнерам. Команда у нас игровая, все шамильские ребята Шамильского района. Пытаемся наладить игру пас. Поэтому такой результат. Если играли бы, каждый играл бы индивидуально, такого результата не было бы у нас. Можно также отметить матч между командами «Каспстрой» и «Махачкала-2001». Он обратил на себя внимание не только присутствием в составе команды «Каспстрой» всех бывших и нынешних профессиональных футболистов, а также юным возрастом мальчишек, которые вышли против них. Несмотря на поражение, они могут быть довольны своей самоотдачей и старанием, что также отметил главная звезда «Каспстроя» известный футболист Шамиль Лахьялов. Молодежь неплохо себя показала, тушевались они перед нашей командой, но потом во втором тайме уже и в конце первого тайма уже, можно сказать, показывали зубы и проводили неплохие атаки. К сожалению, не забили они. В этом сезоне ЛФБЛ собраны и молодые коллективы, как «Махачкала-2001», и опытные команды, как «Прессинг», выступающий под новым названием «Шатим Трейд». Также отметим команду «Пять звезд», за которую заявлены братья Али и Альберт Гаджибековы. В общем, организаторы турнира обещают интересный и долгосрочный проект, который каждый год должен привлечь новые команды со всей республики. Магомед Баширов, Магомед Сагитилов, телеканал ННТ, Махачкала.